Марк Твен, Жанна д'Арк. Жанна, обливаясь слезами, встала на колени и начала молиться. За кого? За себя? О нет, за короля Франции. Она ни разу не вспомнила его лицемерие, о том, как трусливо он бросил ее в беде, что именно из-за его черной неблагодарности ей предстоит умереть здесь, мучительной смерти. Она помнила лишь одно. Он, ее король, а она, его верная и любящая подданная. Едва ли там был хоть один человек, кого бы это не тронуло. Даже солдаты, даже судьи заволновались. У многих вздрагивали губы, и глаза затуманили слезами. Да что говорить, таили слезы даже в глазах у английского кардинала. Для политических дел этого политикана было каменное сердце. Но, видимо, было у него и сердце человеческое. Жанна попросила подать ей крест. Никто не смог выполнить ее просьбу. Креста под руками не оказалось. Тогда какой-то английский солдат в простоте своего доброго сердца схватил у какого-то бедняка палку, переломил ее надвое, связал обе половинки и подал Жанне. Жанна поцеловала этот крест и пыталась прикрепить его у себя на груди. Тогда из амбарда Ля-Пьер сходил в ближайшую церковь и принес ей освященный крест. Жанна поцеловала этот крест, а потом снова и снова целовала его, орошая горячими слезами и вознося благодарение Богу. И вот, вся в слезах, прижимая крест к губам, она взошла на ступени по вершине эшафота в сопровождении монаха из амбара. Палач, опоясав цепями ее хрупкое тело, крепко привязал ее к столбу. Обычно в такие моменты преступники раскаиваются. Но Жанна думала не о себе. Она думала о других и о бедах, которые могут случиться в будущем. Ведя глазами окрестности шпиль этого прекрасного города, Жанна сказала: «О, Руан, Руан, неужели мне придется умереть здесь, и тебе суждено быть моей могилой? Ах, Руан, Руан, я так боюсь, что тебя постигнет возмездие за мою смерть!» Стол дыма прорвался сквозь поленицу вверх, закрыв ее лицо. На какое-то мгновение ее охватил ужас, а потом охватило беспокойство за ближнего, которому грозила опасность. За монаха из амбара. Она отдала ему свой крест и попросила держать перед своим лицом, чтобы могла черпать в нем надежду и утешение, пока не отойдет мир Господний. Наконец, Жанна, успокоившись, сказала: «Держи крест так, чтобы я могла видеть его до конца!» Но и тут Кашон, этот бессовестный человек, эта черная душа, погрешшая в преступлениях, не мог дать ей спокойно умереть. Он подошел к костру и закричал: «В последний раз говорю тебе, Жанна! Покайся и моли Бога о пощаде!» Я гибну из-за тебя, проговорила Жанна, и это были последние слова, сказанные ею при жизни. Густые клубы дыма, прорезаемые красными языками пламени, взвелись вверх. И больше никто не видел. Нет.